Относительно внедрения новой схемы пассажироперевозок, те замечания, которые высказывали вы и ваши коллеги, они были учтены разработчиками хотя бы отчасти? В этом и заключается трудность, что у нас нет такого доверительного диалога с разработчиками. Какие предложения перевозчиков не были учтены при ее формировании? Все правила игры можно было сформулировать еще в начале года и это все прописать. А сейчас получается ситуация, что есть проблемы, проблем много, и мы пытаемся их решить сейчас, когда уже, в принципе, все конкурсы отыгрались. Электронный билет, сейчас эта система апробируется, тестируется, участвуете ли вы в эксперименте, и вообще эта затея, она позволит оптимизировать городские перевозки? Мы ее тестировали уже, мы двумя руками за, но возникает ряд вопросов. Анонсировал город, что она должна вступить с 1 октября, но у нас сентябрь, и никакой ясности нету.